электр қымбаттағанына мен қарсымын. И мен елдің заманы бары қымбаттылық болса, қарапайым кісі жасай алмаса, онан қымбаттылық болып өтпейді. Сіз қанша төлейсіз? Мен қазір 500. Ең қысында 1000 сом төлеймін. Ну, конечно, я против. Страна, богатая гидроресурсами, цены на электроэнергию гораздо дороже, чем в других странах СНГ, к примеру. Я против. Ну, потому что у нас и так зарплаты всех маленькие, и как бы порог ценовой тоже ниже себестоимости, поэтому я считаю, что не надо повышать. Но у нас 1002 выходит. Ну, наверное, конечно, не согласна, потому что, в общем-то, большинство людей сейчас не находится в таком положении, чтобы платить больше. Вот. И все-таки, рассчитывая на наше правительство, учтет интересы большинства граждан, а не только, как бы сказать, более обеспеченных, то все-таки тарифы пока поднимать не будут. Я, конечно, понимаю, что сейчас у нас идет очень много, потому что очень холодная зима, за отопление мы платим, но все-таки в надежде на будущее пока хотя бы немножко воздержаться. Во-первых, он правильно, что он поднял вопрос. Дело в чем? Дело в том, что тариф должен быть экономным. Просто голосовым болтологией заниматься, нельзя. Дело даже не в том, что где-то там в Казахстане 2 сома, в Китае 6 сома, не об этом. Мы должны о себе думать. Если мы хотим, чтобы у нас было электричество и завтра, чтобы наши дети спокойно жили, мы сегодня должны нормальный, рассчитанный, не просто так что-то вздумать. Рассчитанный тариф должен быть. Поднимать-то надо тариф. Однако, те люди, которые занимаются этим вопросом снабжения электроэнергии, да, наконец-то они должны задуматься, и хватит воровством заниматься. Ну как повышать? Я считаю это просто вот невозможным. Люди, посмотрите, нищают каждый день. Им есть нечего. Не то что услуги. Пенсия какая. Я считаю, это не, ну, никакой заботы нету о нашем народе, который уже просто, ну, я знаю людей, слышу постоянно даже на улице такие разговоры, что у людей уже терпения на это все нет. Ну, я не знаю. Я думаю, это так не пойдет. Я вообще не в курсе вот про электроэнергию. Это дорого? Я не знаю. И какие-то кто-то где-то что-то сказал, вот когда конкретно? Это президент сказал. Ну, президент сказал, это еще не ведомство, которое ответственно. Хотя, как у нас сейчас, если президент что-то сказал, то оно будет притворяться в жизнь. Так? Ну, я не знаю, возможно, это и нужно делать, так как многие года уже не повышались тарифы. Но надо думать прежде всего, как народ... Платежеспособен ли он будет на этом, на эти тарифы, да? Қарсыз біз.